Приветствую. В общем, хочу поделиться с вами тем, что дела продвигаются. Сейчас работаю над лезвиями, вывожу одну вторую. То есть я ее уже вывел, осталось только сейчас зашлифовать тонко, так, чтобы прям вообще красота, что получилось. И потом уже всякие тут допы, там ушки, прочее. И после этого буду уже травить. Вот такие вот лезвия у нас получаются. Певучие, все хорошо. Вот. Тоненько поет. Средненько. Не показал остальные-то, да? Вот. И что еще хотел сказать? У меня есть две новости. Хорошая и плохая. Судя по фильмам, которые я смотрю раз в полгода примерно, там всегда начинают с хорошей новости. Поэтому я тоже так же сделаю. Итак, хорошая новость. На сайте уже на данный момент действуют скидки в 30% на все бритвы. Аксессуары туда, то есть, не включены в эту акцию. Только бритвы. В принципе, там не написано, но клинки можно тоже так же сделать. В принципе. Я, в принципе, ждал дней через 10 очередной заказ. Вот. Буржуйский, в смысле. А пришел он мне уже вчера. Позавчера вечером. Позавчера вечером уже пришел. Только они просили быстрее, как можно быстрее. А я говорю, быстрее с нуля не получится. Вы же знаете, что у меня только ковка займет недели 2,5, там плюс вырезка, вот это все. И поэтому мы начали прибирать из того, что у меня есть в наличии. А наличие у меня как раз много чего есть. Поэтому я им предложил из того, что вот уже сковано, вырезано, то есть даже просверлено. И мы подобрали 16 получается штук уже. И вот за счет этого я на радостях сделал данную скидку на сайте. Так, это хорошая новость. Плохая новость. Ну, может, для кого-то это будет не новость, а для кого-то и новость. Вы, наверное, часто слышали, что, ну, допустим, там чаще всего это звучит в сторону английских бритв. Ну уж извините меня, товарищи англоговорящие, но, то есть, очень часто слышу, что английские бритвы сделаны из стали, в которую добавлено серебро. То есть с добавлением серебра в сталь. Вот. В принципе, хороший такой пиар-ход. Вообще прям хороший. Мне бы самому следовало сказать, что о, я тоже начал добавлять серебро в сталь. Но после этого я сам себе бы этого не простил, обмана. И я знаю, что это невозможно. Уж извините меня за честность. То есть я знал, что это невозможно, но все равно обратился к людям, не захотел свой горн полить, потому что он мог подплавиться из-за таких температур больших. Пришлось к людям обращаться. Я говорю, так и так, мне бы вот попробовать серебро добавить в сталь. Они говорят, это невозможно. Я говорю, а вы попробуйте. Пускай не получится, но я хочу знать, что это не получится. В итоге, естественно, не получилось. То есть, что получается? Расплавленную сталь, добавляется серебро и во время нагрева, и после нагрева, и то есть и с окислителями, которые там должны бы, в принципе, их вместе связать. В любом случае, серебро превращается в такой нагар в виде мелких пузырьков, то есть это, ну, шлак. Вот просто так вот по народному сказать, это шлак.
Почему так получается? Потому что сталь, плавление стали, ну, смотря какой, но так вот плюс-минус, это там 1500-1600 градусов начала плавления. То есть там плюс погрехи, там утечка, там тепла, естественно, поэтому греют еще больше. А у серебра температура плавления 960 градусов, всего лишь. Оно просто выгорает и превращается в шлак. Поэтому байка, вот, это просто байка, к сожалению. Я бы был бы рад добавить серебра в сталь. Хрень, конечно, полная, но звучит здорово. Вот. И поэтому это плохая новость. Почему я этот разговор еще завел? Да потому что у меня, особенно в прошлом году, в этом году один раз вообще спросили только, мол, не делайте там с добавлением серебра. Я им объясняю, мол, так и так, не верят, мол, глаза круглые, мол, как так. Да вот так вот. Без проблем бы сделал, но как-то... Вот никель, да, еще можно добавить, и то не в каждую сталь. Например, вот в ту же U8 ее можно добавить. Она может там ужиться, если ее не перегреть, если она оттуда не вытечет или пузырем не надуется. А это никель, но не серебром. Вот. Поэтому... Что поэтому? Все и сказал, в принципе. Сейчас продолжу, пока у меня есть какое-никакое время, вышлифовку вот этих лезвий в тонкое такое. Надеюсь, хоть что-то сегодня сделать по, то есть, добору правильной геометрии. А вот когда буду собирать, пока я побоюсь сказать, но думаю, что в ближайшее время, потому что у меня что-то так все просто получилось, потому что вот если делались, сейчас покажу заказы, вот так вот, вот с таких вот у меня заготовок, то мне все как-то просто, причем там опять 1/4, то есть вот это вот 1/2, а там производится 1/4, то есть работы раза в 4-4.5 меньше. Дичь, конечно, зачем им 1/4, но, конечно, она мягче бреет 1/4, что тут говорить. Вот, но вот у меня вчерашний день пробомбил, там с вечера еще начал, я хотел в кузницу, но нет, пошел в мастерскую, думаю, надо делать заказ бегом, пока заказали. В ночь пошел, потому что днем жара сильная. Вот. То есть, чтобы более-менее человеческие условия были, я тут в ночь поработал, потом с утра встал пораньше, опять шлифовал все это дело, протравил им под конец, вот сегодня уже причем. И сдал людям на руки, которые передадут дальше, их там дальше. Вот так вот как-то. Вот так вот и вертимся. Но это хорошо. Лучше вот так вот вертеться, чем на диване тереться. Как-то так. А на этом у меня, в принципе, новости. Все. Я сегодня, наверное, ничего не покажу. Потому что если что-то тут добавится, то особо ничего не изменится. Так, по мелочам. В общем, все, да не все. Вот. День сегодня закончился. Я еще, конечно, тут буду. Еще раз приду сейчас. Будут маленько в ночь, нужно поработать. И, в принципе, с клиночками у меня будет все готово. На данный момент это вот так выглядит. Это они после протравы. Ну, резкость. То есть не зачищены. Сейчас осел, надо будет потом зачистить, и подсохнут. И будут вот такие-то они там чистенькие, блестященькие. То есть все хорошо. Стали более звонкие. Закруглил у всех головки вот так. Насечки покрою антиржавщиной, как говорится, и вуаля, будет.
Ох, какой. Вот теперь точно все. На сегодня. Больше что там сделаю, уже не покажу, потому что видео будет вывешено. Я тут пока перекусить смотаюсь, то есть я за это время вывешу. И опять приеду, уже что сделаю, то сделаю, как говорится. И, наверное, все-таки смысла нет еще что-то показывать будет. Лучше уже все-таки, я считаю, в собранном состоянии бритвы в следующем обзоре. Вот теперь на сегодня точно все. До свидания.